наш сегодняшний выпуск посвящен цвету. Мы, женщины, девушки, очень любим все сочное, яркое, красивое, творческое, креативное. Поэтому сегодняшняя наша модель, она очень тесно связана с цветом. Очень тесно связана с оттенками, с яркостью, с креативностью. Потому что наша сегодняшняя модель – это Инга Орехова. Директор и владелец студии «Арт Орехова» – очень яркая, креативная, творческая, импульсивная женщина, которая очень много творит и помогает раскрывать грани творчества и таланта всем остальным. Именно поэтому наш сегодняшний выпуск посвящен тому, как мы можем быть яркими, красивыми, креативными, молодыми, и как наши волосы содержать как можно дольше в красивом, хорошем состоянии. Наша сегодняшняя работа состоит из двух этапов. Первый этап – это покрытие седины корней, а второй этап – это придать нашим вьющимся волосам больше блеска, яркости, насыщенности и здоровья. Для покрытия седины я буду использовать краситель Tassie. Для яркости цвета я буду использовать 744 интенсивно медный. И для насыщенности глубины тона я буду использовать 70. Завершаем процесс окрашивания корней, и время выдержки у нас будет 50 минут. Перед тем, как мы будем смывать краситель, мы выполняем эмульгацию. Эмульгация – это один из этапов правильного завершения процесса окрашивания. Эмульгация нам нужна для того, чтобы мы освежили цвет ранее окрашенных волос, дать доиграть краски, насытить ее кислородом, и для того, чтобы наша кожа головы после окрашивания осталась чистой. И оставляем на 5-7 минут. После того, как мы смыли краситель, мы используем шампунь Color и маску Color от Tassie Professional. Сейчас мы подошли ко второму этапу. Мы видим, что у нас вьющийся волос, сухой, пористый. И для этого мы сделаем процедуру ванну с цветом, которая нам поможет NutriMask от Trinity. При помощи этой процедуры мы насытим пигментом, мы увлажняем, восстанавливаем, питаем и придаем яркость и блеск нашим волосам. После того,
как мы нанесли маску, мы оставляем на 30 минут. Теперь мы смываем маску только водой, без шампуня, пока вода не станет прозрачной. Перед тем, как мы приступим к нашей укладке, я буду использовать термозащиту. А для текстуры и объема я буду использовать легкий крем Валум из серии Trinity. Обычно я советую клиентам использовать дома побольше термозащиты перед сушкой. В нашем креме уже содержится термозащита, поэтому я ее буду использовать минимально. Завершаем нашу укладку эликсиром для окрашенных волос из серии Trinity для защиты цвета. Вы помните, что в начале второго этапа мы тонировали двумя оттенками Color Nutri Mask для того, чтобы получить такой красивый перелив, блеск и такой яркий насыщенный цвет. Благодаря такой душевной, теплой обстановке, заботливому подходу людей, работающих здесь, можно получить вдохновение, новый заряд, получить хороший уход, классные рецепты и рекомендации. Я вам очень рекомендую. Приходите, наслаждайтесь, делайте себя лучше. Пусть поход в Лояль станет для вас прекрасным мгновением, которые меняют вашу жизнь к лучшему, потому что я очень верю, что такие встречи, такие моменты, когда ты становишься красивой, меняют не только тебе настроение, но и всем твоим окружающим.